Привет, привет, всем привет, ребятки. Привет. Привет. Ну что, как говорится, весна не пройдет бесследно. Так, кто-то хочет подключиться. Сейчас будет интересный прямой эфир. Хочу наконец-то посмотреть на вас, мои подписчики. Так что буду добавлять совместные прямые эфиры. Так что давайте кидайте свои заявочки. Вот у нас первое. Ну-ка, просмотр. Кто это? Ожидание. Ждем. Так, присоединяется, подключается. Вот кто-то к нам подключился. Кто это у нас тут? Опа, сбросили. Не хотят, ребятки, не хотят показывать себя, показывать свое лицо. Ну, бывает. Так, давайте еще посмотрим. Еще кто-нибудь добавится ко мне? Так, есть. Добавить. Привет, 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 Чимкент, Чимкент, привет, привет, мои хорошие, подключается, привет! Ой, привет, привет, я... Здрасте, я как вас зовут? Меня Диана зовут. Диана, очень приятно, Либерж. Я тоже, я рада. Задавайте вопросы, Диана, отвечу на любой. Чем сейчас занимаешься? Я работаю в сфере телевидения, также продолжаю. Только до этого я работала в кадре только и больше нигде, да, это на проекте. А сейчас я работаю еще и плюс за кадром. Мы создаем программы, передачки, вот так вот. До этого, ну как, я и снимаюсь также, продолжая Первый канал, Россия-1, ТНТ реже уже. Умничка. А вы чем занимаетесь? Я сейчас в декрете с малышкой сижу. Ой, как здорово, блин. Лучше бы я в декрете сидела с малышкой. Да, у меня доченька. Рыжуха, красотулька маленькая. Как зовут? Ариана. Ариана? Ой, обалдеть, вот это да. А вы сами откуда? С Геленджика. Ой, у вас жара, наверное, уже, да? Да, сейчас покажу. Какой вот кайф. Ой, уже все цветет. Видишь море там, вдалеке? Да. Ой, слушайте, в шаговой доступности море, да? Да, 5 минут. Ой, рай. Рай, просто рай. Рай, рай. Вот так вот, ребятки, вот подписчики, смотрите, вот люди живут и кайфуют, не то что мы, блин, с вами Питер, Москва. Да, не говори, это точно. Это точно, дорогая. Диана, какая вы молодец, малышка, сидите в Геленджике, солнышко, все цветет вообще. Завидую белой завистью. Так, да, цветет у нас вообще красотища. Во, смотри. Это что, это яблони, что ли? Тут персики, яблони. Персики. Много-много чего. Обалдеть, как круто. Вообще, блин, вот вообще, надо в Геленджик, короче, так ехать. Так что, бери билет и приезжай. Спасибо, Диан, большое здоровье вам и вашей малютке. Блин, отдыхайте. Спасибо. Хорошо. Спасибо, что подписаны на меня. Надеюсь, это также буду продолжать вас радовать и улыбать. Спасибо. Я просто пока, не помню этому немножко. Ничего, я еще буду выходить в прямой эфир. Я думаю, раза 3 в неделю будем вот так вот встречаться. Ну все, пока-пока. Все, Диан, до свидания. Угу. Вот так вот, представляете, да, как клево, ребятки. А кто-нибудь еще хочет поболтать? Геленджик, блин, там уже красота вовсю, персики, яблони, все цветет, а у нас вон, блин. Ну, тоже солнышко, в принципе, но грязюка. Кошмар. Пробки-пробоньки. Так, еще кто? Ангелина вот какая, так. Карбаш. Ну-ка, давайте-ка мальчика попробуем. Ожидание. Поболтаем с пацанами, да, девчульки? А, девчульки, Либерж, как твой проект? Либершмания. Ребятки, вот как раз я сейчас еду по этому вопросу. Я вам скоро предоставлю. Кстати, вы переходите по ссылке у меня в шапке Инстаграм, проходите тест.
Потому что как только вы пройдете тест, зарегистрируете свою почту, вам на почту автоматически... Привет! Hello, Libesh! Hi! How are you? Fine, do you? I'm fine, thank you. Do you speak Russian? A little bit. Little bit. А я по-английски плохо. Почему? Ну, не знаю, я русская. Ты не видишь, что ли? Я русская, нет, я знаю. Нет, ты не русская, я знаю тебя. Папа не русская, мама русская. Как дела? Нормально, да? Да, супер, отлично. Ты где живешь? Where are you from? From Zanzibar. Zanzibar! О! Да. Круто. Cool. Круто, да. Ну... А в России бываешь? Да, 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 Москва. В Москве, да? Да. Работа... А кем работаешь? Танзания посольство. Круто. Да. Вообще здорово. Я сейчас на тебя подпишусь тоже. Давай, в Москве будешь это? Пиши. Хорошо. Хорошо? Сейчас я в Москве. А, в Москве? Да. Круто, пиши тогда в директ. Хорошо, я пишу Окей. тебе сейчас. Окей, бай-бай. Бай. Вот какие разные. Представляешь, из Занзибара молодой человек позвонил. Диана позвонила, да, нам с этого, господи, с Геленджика. Шикардос вообще. Еще кто-то, вот, кто-то еще хочет с нами пообщаться. Давайте, давайте. Так, так, так. Так. Багира. Ох ты, Багира. Ну-ка, давайте-ка попробуем с Багирой пообщаться. Откуда, интересно, Багира у нас? По мультику из джунглей. А так? Да, хорошенький. Хорошенький, да. Симпатичный молодой человек. О, привет, Багира! Привет, привет. О, привет, Багира! Здравствуйте. Как дела? Я с Вологды. Как дела? С Вологды? Да. Ой, как круто. Ой, как круто. Ну, нужно селфи сделать. Я на вас давно... Ну, нужно селфи сделать. Я думаю, на вас подписана, вы очень крутая, правда. Спасибо большое, блин. Честно, спасибо большое, блин. Честно, я вот буквально недавно решила прям пообщаться именно с подписчиками, посмотреть, чтобы дружить уже вот так вот непосредственно, понимать, с кем я общаюсь. Я не думала, что вы меня, конечно, подключите. Почему? Я очень сильно переживаю. Не волнуйся. Да не волнуйтесь. А это, что я хотела узнать? Да не волнуйтесь. А это, что я хотела узнать? Вологде, у вас как погода? Погода не очень. Слякоть, грязь и вообще... Да отвратительно, короче. Да отвратительно, короче. Ну, я собираюсь на море поехать, так что а нормально. А куда, куда? Скорее всего, в Абхазию. Мне охота в Абхазию. Мне там очень понравилось. У меня друзья тоже в Абхазии. Вот. Кстати, у меня друзья нравится. Тоже в Абхазии, блин. У меня к вам вопрос один. Как бы вам задать? На дом 2 сложно попасть вообще? Судя по тому, кто сейчас на доме 2, судя по тому, кто сейчас на доме 2, вообще не сложно. Я думаю, меня с таким лицом вряд ли возьмут. Почему? Вы посмотрите. Почему? Вы посмотрите. Ну, при чем тут лицо? При чем тут лицо? Туда приходят, все, туда приходят с обычными лицами, а потом, с обычными вот, лицами, уже, а потом вот уходят уже как бы надутые. Не, надутой не хочу, мне как бы своя внешность устраивает, и губы, и глаза, и все как бы устраивает. А вы, получается, одинокая, да? А вы, получается, одинокая, да? Да, я одиночка. А сколько лет? 27. 27 лет, хороший возраст. 27 лет, хороший возраст. Вон там люди пишут, вон там люди пишут, черно же взяли. Ну, не черно это и в Африке черно. Нет, но честно могу сказать. Нет, но честно могу сказать, что пробовать надо. Если есть такое желание. Почему нет? Если есть такое желание. Я была на программе «Давай поженимся», вот. Но меня там еще туда приглашали, но больше как-то не было. Понятно. Нет, я могу сказать так. Понятно. Нет, я могу сказать так. Дом 2 — это очень большая платформа для знакомств. Потому что сейчас уже девочки туда идут не для того, чтобы там строить отношения. Не для того, чтобы найти себе молодого человека и мужа. Туда идут для того, чтобы засветить свое лицо. Туда идут для того, чтобы засветить свое лицо. В России на них обратил внимание. Ну, чтобы и на них обратил внимание. Уже написал, через соцсети уже написал и уже как-то познакомиться.
На Думе 2 мало кто готов. На Думе 2 мало кто готов искренне отношения. Ну, я тоже это уже поняла, потому что я просматриваю Дом 2 и вижу, что там что-то вообще как-то все... Печально. Не знаю... Как... Печально. Да, особенно вот этот Иосиф и Черно. Я просто смотрю и думаю, господи, куда мир катится? Куда катится? Они вот счастливы в своей клоаке. Они вот счастливы в своей клоаке. И пускай... Ну, это слава богу. В общем, я желаю вам удачи. Спасибо. Очень классно. Я буду дальше продолжать смотреть ваши прямые эфиры. Спасибо большое. Спасибо большое. Вам огромное здоровье и много-много денег, хотя много денег не бывает. Взаимно вам также. Спасибо огромное, что подключились. Пока, Бадир. Пока. Смотрите, какая приятная девушка. Вот видите, 27 лет, одинокая, в Вологде живет, хочет вот найти свое счастье. В принципе, по сути, да, чтобы как можно больше людей они узнали и увидели, чтобы повысить шансы для того, чтобы все-таки твой принц прискакал к тебе и увидел тебя, конечно же, стоит идти на Дом 2. Но как бы сейчас я не вижу вообще искренних отношений на проекте, ну, как бы... буквально единицы, наверное, и то как бы нужно проверить все-таки за периметром их. Раньше, конечно, было поинтереснее в плане того, что раньше дружба была дружба. Я говорю, из-за того, что меня предала подруга, я готова была уйти с проекта. Представляете? Не из-за того, что меня бросил молодой человек или изменил он мне, да, из-за того, что меня подруга предала. Вот насколько были развиты вот эти вот привитые чувства любви к дружбе, ну, и уважение. А сейчас 2 недели знакомы уже лучшие подруги, пока член между ними не встанет. Вот так, ребятки. Ладно, я уже скоро подъеду, приеду к Павлу Ракову, обязательно с ним сфотографируюсь, с ним пообщаюсь. Девочки, я еще раз повторяюсь, переходите по ссылке у меня в шапке Инстаграм, проходите тест, оставляйте свою электронную почту. После того, как вы зарегистрируетесь, вам придет очень выгодное предложение по работе. И не только. Я прямо сейчас еду, встречаясь с Павлом, именно общаться по концепции дальнейшего развития очень интересной сферы, структуры, сфер деятельности. Это бизнес, который подойдет любой девочке и, в принципе, даже парню. Почему нет? Вот так вот. Всех люблю. Омск, привет. Всем городам привет, кто подключился. Ребят, вы самые у меня лучшие. Мои подписчики самые лучшие в мире. Вот так вот. Пока-пока.